Здравствуйте, в эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. 144 погибших и сотни раненых, что известно о теракте в Крокус-Сити-Холл на данный момент. По зову сердца участие в разборе завалов Крокуса приняли рязанские волонтеры. День борьбы с туберкулезом, статистика и профилактика болезни. В пятницу 22 марта около 20 часов в концертном зале Крокус Сити Холл произошел теракт, новость о котором потрясла всю Россию. В следующем материале расскажем все, что известно о трагедии к настоящему моменту. Один из самых больших концертных залов страны – Крокус Сити Холл. Концерт рок-группы «Пикник». Поклонников у музыкантов много, и на этот концерт, по данным открытых источников, продано было более 6 тысяч билетов. Однако услышать музыку никому не удалось. Позже по камерам правоохранители выяснят – белый «Рено» остановился у входа, из него выскочили вооруженные боевики и прямо с улицы, через стекла, в упор расстреляли охрану. Потом открыли огонь по людям, которые пришли на концерт. Террористы не выдвигали никаких требований и даже не пытались брать заложников. Они хладнокровно и методично убивали, стреляли в любого, кого видели сквозь прицелы своих автоматов. Одновременно с расстрелом боевики разбрасывали бутылки с зажигательной смесью, блокируя пути отступления через эвакуационные выходы. Вспыхнул сильный пожар. Здание Крокус Сити Холл превратилось в огненную ловушку для тех, кто пытался спастись от выстрелов. Многие прятались в подсобных помещениях, кладовых и туалетах. Как выяснится позже, оттуда выбраться удалось не всем. Спасатели находят огромное количество тел, отравившихся угарным газом людей. На утро следующего после теракта дня губернатор региона Павел Малков обратился к рязанцам. Рассказал о ряде решений по отмене ряда массовых мероприятий, по усилению мер безопасности в регионе. Вместе с рязанцами возложил цветы у стихийного мемориала возле МКЦ. Варварский теракт. Ему невозможно дать оценку в каких-то человеческих понятиях. Это невозможно осознать. Все причастные, конечно же, понесут наказание, но мы понимаем, что огромное количество людей уже не вернут. Людей, которые пришли просто отдохнуть, хорошо провести время, пришли с семьями, с детьми. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем близким пострадавших, всем пострадавшим. 24 марта президент страны Владимир Путин объявил днем общенационального траура. «Наш общий долг сейчас быть вместе в одном строю. Никому не удастся посеять панику и разлад в наше общество», – подчеркнул президент. В день общенационального траура на здании Крокус Сити Холл появилась проекция. Клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо в память о погибших во время теракта. Такие же фото и видео появились на экранах во всех регионах страны, в том числе и в Рязани. К настоящему моменту спецслужбы задержали четверых исполнителей. Ими оказались граждане Таджикистана. Басманный суд выбрал меру пресечения – арест до 22 мая. Разбор завалов в сгоревшем Крокусе продолжается. Данные о количестве пострадавших обновляются постоянно. К моменту выхода нашего эфира известно о 144 погибших и сотни тех, кто остается в больницах. Рязанские волонтеры из медицинского спасательного отряда «Салус» приняли участие в разборе завалов после теракта в Крокусе. В Москву они прибыли в воскресенье утром 24 марта. О том, какую работу они выполняли, расскажем далее. Разбор завалов, распил металлоконструкции – это задачи, которые ребята из медицинского спасательного отряда получили на месте в штабе. На разбор завалов после теракта они приехали в воскресенье 24 марта. Говорят, что отправились по собственной инициативе, когда увидели, что на помощь едут другие такие же отряды. Мы не направляли ребят. И, наверное, в том, что отряд поехал, наверное, какая-то особая ценность и для нас, и, конечно, помощь тем, кто работает сейчас действительно в тех сложных условиях, которые на месте трагедии. Это по зову сердца, это, наверное, как раз тот момент и воспитание, и работы, совместной подготовки специалиста, который позволяет не ожидать никакой команды, а просто собраться и поехать, потому что ребята подумали, что они нужны. Собрали тех, кто аттестован, собрали тех, кто уже на самом деле не волонтер, а уже специалист. Но поехали с волонтерской миссией просто не остаться в стороне, помочь и сделать то, что они умеют. В Москву отправились 5 человек, аттестованных спасателей. Работали в 2 смены – утренняя с 10 до 3 и вечерняя. На вопрос, тяжелая ли работа, ребята из отряда скрывать не стали. Честно ответили – да, в физическом плане. Это нужно было вытянуть из под места, где не было пола, то есть люди стояли на железных балках, все это пилили, это довольно опасно, это тяжело, потому что нужно не только контролировать себя, контролировать инструмент,
Это тоже вещь такая, которая не поддается стопроцентному контролю. Он может в любой момент выдать какой-то фокус, к которому нужно быть готовым. Плюс инструмент не из легких, и сами конструкции грузные. Еще тяжелее было морально. Чувства довольно смешанные, потому что это огромный масштаб. Это огромная сцена, огромный концертный зал, где приходит понимание, что там было огромное количество людей. И, конечно, видеть всю эту разруху, понимать, что там еще могут оставаться люди, это довольно страшно внутри. Потому что приходит понимание, насколько сложно было людям там, что там происходило. И, конечно, находиться там – это особая обстановка. Сегодня у ребят из отряда небольшая передышка. Они отладят инструмент, немного отдохнут. И уже завтра, во вторник, вновь отправятся разбирать завалы. Ведь важен, говорят, вклад каждого. Накануне 24 марта во всем мире прошел День борьбы с туберкулезом. Дату учредили еще в 1982 году. С тех пор в этот день врачи напоминают о факторах развития этого заболевания. Далее расскажем, какие существуют меры профилактики туберкулеза. Ежегодно на планете от туберкулеза умирает почти 1,5 миллиона человек, среди них более 6 тысяч россиян. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году туберкулез стал второй по значимости причиной смерти от инфекционных болезней после коронавируса. Как правило, человек, который начинает заболевать туберкулезом, очень длительное время чувствует себя достаточно хорошо. Это и приводит к тому, что заболевание часто выявляется несвоевременно. На ранних стадиях развития заболевание может выявиться только рентгенологическим путем. Когда же уже процесс запущен и стадия болезни из одной перетекает в другую, возникает кашель, как правило, длительный, не лечащийся обычными средствами. Это похудание, потливость. Ну, обычно эти симптомы приводят человека к врачу. Туберкулез – заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. При этом принято считать эту болезнь недугом социально неблагополучных слоев населения. Но все же врачи напоминают, что в группе риска также курильщики, люди с сахарным диабетом и те, кто увлекается несбалансированными диетами. В 2023 году министр здравоохранения Мурашко Михаил Бертович поставил перед противотуберкулезной службой задачу снизить заболеваемость на 50%. Снизить смертность от туберкулеза на 50%. В 89 регионах были приняты планы противотуберкулезных мероприятий. И существенным звеном в этих планах является как раз-таки профилактический осмотр. Население каждой территории должно быть обследовано профилактически на 75%. А дети и подростки, они должны быть обследованы профилактически иммунологическими пробами на 95%, не меньше, чем процент. И хотя сейчас существует много современных подходов в лечении туберкулеза, главным средством по борьбе с этим инфекционным заболеванием все-таки остается его профилактика в виде здорового образа жизни и ежегодной флюорографии. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 22 марта в Рязанской областной библиотеке имени Горького стартовал третий всероссийский форум многодетных семей «Рязанская семейная губерния. Крепкая семья». Среди гостей форума – представители организаций из других регионов России, общественные деятели, многодетные семьи, родители детей-инвалидов и многие другие. У нас сегодня предстоит очень интересный разговор с беременными. Вообще, я считаю, что для беременных и для их семей самые главные люди во время беременности – это главные врачи роддомов. Мы сегодня будем представлять, рассказывать, какие новые линии, какие новые проекты у нас есть. И на самом деле это вот именно то, что сейчас очень интересно каждой беременной. А еще, говорит Татьяна Буцкая, беременным интересно, когда именно ехать в роддом, можно ли присутствовать на родах мужу и так далее. На первый взгляд вопросы незначительные, однако задавали их зрители. На все вопросы ответили главные врачи региональных роддомов, но уже позже. Открылся же третий всероссийский форум многодетных семей «Рязанская семейная губерния. Крепкая семья» пленарным заседанием. После свою работу начали тематические площадки. Учимся вот его в сознании вот, у себя выкладывать, ради помощи детям и их семьи. То есть вот это вот то, над чем мы работаем, и это работа на разных уровнях, и со специалистами, и с руководителями, и с исполнительными органами власти. Вот, это первое. А второе у нас идет моменты, связанные как раз с организацией. И здесь вполне определенные уже сроки есть. Здесь по срокам
А вот 24-й год он очень значим, потому что идет достаточно большой подготовка проектов по нормативно-правовых, по ранней помощи, системе комплексной реабилитации, реабилитации инвалидов. Продвижение традиционных семейных ценностей, построение траектории комплексной реабилитации семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью и так далее – это только часть вопросов, которые обсудили на таких площадках, как открытый родильный дом, семья – основа будущего, семейные ценности и традиции – фундамент крепкой семьи. Мы говорим о том, что традиция крайне важна для сохранения семьи и крайне важна для счастливой семьи, не просто жизнеспособной, но счастливой. И говоря о традиционных ценностях, говоря о том, что церковь является хранительницей этих традиционных ценностей, мы говорим о том, что мы можем привнести что-то вечное, доброе и светлое в современную семью, казалось бы, со своими особенностями, нюансами, но тем не менее это для нас важно, и мы готовы делиться тем опытом, который церковь накапливала и накапливает уже на протяжении 2000 лет. Зампред правительства Рязанской области Наталья Суворова подчеркнула, что губернатор уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. Так в регионе внедрено большое количество новых мер, социальных сервисов и форм работы с семьями, способствующих улучшению демографической ситуации. В России стартовала неделя детской книги. В этом году она проходит под девизом «Читает семья, читает страна». В регионе марафон тематических мероприятий объединил сразу несколько площадок. Наша съемочная группа побывала на открытии весенней акции в Рязанской областной детской библиотеке. Долгожданные весенние каникулы юные читатели отмечают неделей детской книги. Сам праздник учредил писатель Лев Косиль еще в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны. Тогда он назвал мероприятие книжными именинами. С тех пор в библиотеках нашей страны с 25 марта по 1 апреля проходят творческие встречи с писателями и поэтами. Так, например, в Рязанской областной детской библиотеке на открытии книжного праздника выступили юные артисты и коллективы нашего региона, а писатель Ирина Иванникова поздравила любителей литературы, познакомив с отрывками из своей книги «Идем в театр». Шаги стихают, в зале пусто, во двор давно прокрался вечер. С театром расставаться грустно, я говорю ему «до встречи», но тянет брат меня к афишу, а там анонс висит на завтра. Спешите, в драм-кружок запишем мы всех любителей театра. Как хорошо, возьму и братца, он тоже хочет записаться. Но я считаю, что в живой книге, такой бумажной, да, вот именно она несет какой-то особый такой вот смысл для маленького читателя, потому что можно листать, можно соприкасаться, можно вот чувствовать, да, вот дружить с книгой. В общем, это очень важно, потому что в электронной книге, я считаю, нет души. Все-таки что-то уходит очень важное именно от тактильного, без возможности тактильного общения с книгой. Сейчас, в век цифровых технологий и большого количества видеоконтента, дети стали реже обращаться к печатной литературе, как к источнику знания, рассказывают библиотекари. Ежегодный марафон – это целая серия тематических мероприятий, которые призваны исправить эту ситуацию и привить детям любовь к книге. В этом году неделя детской книги отмечается в нашей стране 81-й раз. И, конечно, мы придумали много нового и интересного. Вообще, мы можем уже написать целую историю, как Рязанская областная детская библиотека отмечала неделю детской книги. Мы отмечали ее и в театре юного зрителя, мы отмечали ее и в камерном зале. Ну, а сейчас у нас вот такой небольшой формат празднования. Мы празднуем в своей библиотеке, но нас поддерживают все наши коллеги в библиотеках Рязанской области, не только детских, и во взрослых. Знакомство с музеями в мире прекрасного. Игровая программа «Зовут дороги дальние» и космический квиз «По Млечному пути». Мероприятия этой недели сотрудники Рязанской областной детской библиотеки приготовили разноплановые, чтобы пригласить каждого ребенка в увлекательный мир книги. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.